Забудьте про старые неудобные сковородки. Масло из них брызжет во все стороны. Продукты неудобно переворачивать, а крышку нужного диаметра еще надо подобрать. Двусторонняя сковорода «Мастер-жар» – это самый удобный и быстрый способ готовки жареных блюд. Все, что вам нужно для идеально приготовленного блюда – это просто вовремя перевернуть сковороду. Нежное мясо на ребрышках, цыпленок табака с хрустящей корочкой, жареная рыба, котлеты или бисквит. Просто положите продукты в двустороннюю сковороду «Мастер-жар», закройте ее и по мере необходимости переворачивайте. Благодаря надежному антипригарному покрытию вы сможете готовить совсем без масла, а особая фактура внутренней поверхности в два раза сокращает время приготовления блюд. Плотно затворяемые створки со сменным силиконовым ободком не только поддерживают идеальную температуру, но и не позволяют вытекать из сковороды соусу или жиру, а лишний пар отводится через специальное отверстие в торце. Только посмотрите, какие аппетитные куриные крылышки получаются в двусторонней сковороде «Мастер-жар». А как великолепно прожарилась рыба! А эти вкусные и красивые свиные ребрышки запросто украсят стол любого престижного ресторана. Никаких брызг, никакой грязи. Я давно искала похожую сковороду, но о таком даже и не мечтала. Все прожаривается идеально. И, конечно, невероятно удобно переворачивать. Ничего не пригорает, ручки не нагреваются. И мыть не нужно, просто протерла салфеткой и все. Не понимаю, почему я не знала о сковороде «Мастер-жар» раньше. Удобные эргономичные бакелитовые ручки надежно закрываются двумя мощными магнитами. Можете быть уверены, сковорода «Мастер-жар» никогда не раскроется без вашего желания. Всего несколько минут, и у вас готов румяный поджаристый картофель. Хотите итальянское блюдо? Не проблема! В сковороде «Мастер-жар» прекрасно готовятся спагетти с сыром. Несколько очень простых движений, и вы уже готовы угостить своих близких замечательно прожаренными домашними котлетами с овощами. Двусторонняя сковорода «Мастер-жар» достаточно большая, чтобы приготовить в ней сразу три крупных рыбных тушки, пожарить целого цыпленка или куриные крылышки на большую компанию. При этом у вас никогда не будет никакой грязи. При открывании сковороды весь жир с ее верхней створки стекает в специальный лоток, а благодаря идеальному антипригарному покрытию вы можете вообще не мыть сковородку, просто протрите салфеткой и продолжайте готовить дальше.